Друзья, всем привет! С вами Strikes. Сегодня мы поиграем в Starbound с дополнениями. Накачал я много всяких разных модов. Плюс основной мод — это Franklin Universe. С ней будем играть. То есть это глобальный мод, который много чего меняет в самой игре. Вот. И давайте создавать новую игру. Здесь я каким-то персонажем поиграл, поэтому мы создадим нового. Сейчас только выберем тут, кого и как, да? Тут много всяких интересных рас у нас есть. Вот, с одной стороны, вроде бы можно не заморачиваться и выбрать просто человека. В отличие от обычных всяких рас, вот здесь вот, например, да? Насколько я понял, тут есть разные бонусы к какому-то оружию и плюс слабости. Вот. У человека в этом плане нет слабостей, но и особо бонусов... Точнее, бонусы есть у него. Штурмовая винтовка, йо-йо, короткий меч, щит. В принципе, мы можем и с мечом бегать, и со щитом, как воином, и с винтовкой. Вот. Поэтому я думаю, что человечком будем играть, так только мужика давай. Мужика, говорю, это же женщина. А, это такое отличие. Ну, прям почти как в современном мире. Так, давай только ты какой-нибудь будешь такой интересненький. Тык-тык-тык-тык-тык. Сейчас какого-нибудь создадим. Какого-нибудь. Только не с красными волосами, пожалуйста. Ту-ту-ру-ту-ту. Так, ну давай, сгенерируй мне нормально. Сейчас такой этот был. Знаете, на кого похож был? Show must go on был. Так, ну вот почти, как вернуться на предыдущего. Так. А, ну в принципе я могу сам выбирать туда. Цвет кожи. Это что у нас, цвет волос? Так, давай так тогда. Цвет кожи. Какой-нибудь вот такой. Волосы давай. Ты ж мужик? А чё женские волосы у тебя? Такой ракет. О, нормальный дядька. Лысый. Лысый. Во, вот такой будешь. Так, одежда. В принципе, одежда не важна, потому что будет в майке. Потому что он у нас все равно будет из этого. О, такой в труселях будешь. И личность это что? А, типа, стоит вот так, стоит как лох, стоит вот так, раскорячку, не в раскорячку. И вот так стоит, да? И вот так, как ребенок. Пузо вперед, пузо назад, вот такой деловой. Давай вот так вот, вот такой вот, нормальный. Цвет повязки, что за повязка у нас, ее нет. Цвет волос, давай ты будешь каким-нибудь нормальным. Вот таким. Цвет одежды, ну тут в принципе давай черненькая. И вот в красных труселях будет. Во, во, вот такой вот. Можно, кстати, сохранить его, нет? Будем играть на легком режиме. Разница лишь тут в еде. Ну и штрафов за смерть нет. Но, в принципе, все нормально. Шуй его зовут? Нет, он будет наш. Наш нормальный. Вот такой. А я могу его сохранить, интересно? Подожди, сохранить как-то, сохранить, нет? Взять отсюда вот так вот чук перекинуть. Ладно, все, поехали. Нормально, мне нравится. Сохранить. Вот такой вот будет. Вот такой вот. Тут самое главное сейчас выбрать еще корабль, на котором мы будем все это дело. У него, по идее, свой собственный людской корабль, такой этот, для человечков. Но там в модификации, вот в этой, можно выбрать, в принципе, любой корабль.
Может быть, это и после обновления какого-то они сделали, но, по-моему, это вот именно в моде такой вариант, что можно выбрать совершенно любой корабль, и он будет доступен. Так, вот такой вот я вот человечек. Нормальный, кстати, такой. Мне нравится. Вот такой вот. Самый человечный. Человечный из всех человечных. Вот, нам просят взять шмотки. Вот, наденем их в экипировочку. Вот сюда, вот такой вот. И вот такой вот мы супер, супер галактический человечек. Бежим прибыть на экстренное совещание. Вот нам просят. Экстренное совещание. Я просто в эту игру очень давно не играл, и с полоской голода в нее будет достаточно так сложненько. Поэтому мы сначала поиграем в обычный режим, а потом, если что, голод я всегда включить сможем. Если что. Так, ну погнали. Прибыли. Сейчас нам расскажут про манипулятор, что это там. Давайте все объединимся, нечего нам воевать друг с другом, бла-бла-бла. Что вот я тут придумал такой манипулятор, который спасет мир. Так, ну давай. Вот эта штука. И сейчас он покажет. Вот эта штука для борьбы с угрозой. Эту штуку потом нам дадут. Это мы ее уже знаем, мы играли. Это по сути типа кирки, только и такая электронная кирка. Игра очень похожа на Террарию, с нее по сути слизано все. Но только про космос, про разные планеты. Здесь, если так в двух словах, то это скорее больше такой некий No Man's Sky в 2D мире. Потому что здесь куча планет, разных ресурсов и прочего-прочего. Плюс еще мехи, и плюс еще и всякие биомы тоже. Можно сражаться, можно строить базы, можно строить корабль свой, улучшать его. В общем, что я вам рассказываю, все знаете. Так, нам наверх. Я эту миссию уже проходил. Здесь, кстати, есть данжи, интересные лабиринты. Их тоже проходить надо. И в них всякие вкусняшности. Вот. Здесь что прикольно в разных расах, то, что там есть роботы, там еще всякие. У них есть свои иммунитеты от всего разного. Свои плюсы и минусы, грубо говоря. Так, вот нам дали первый меч. Воткнем его куда-нибудь сюда. Вот так вот. Хопа! Хопа! Здесь ничего нельзя взять. Вот это надо сломать. Во. Взять вот эту вот первую нашу медицинскую аптечку. Я ее сюда ставлю. И вот наш первый корабль. Можно, в принципе, оставить и его. Это людской корабль. Он развивается по ходу, ну, как бы по обновлениям. То есть его надо будет улучшать. И он там сам потом станет больше, больше, больше. Ну, соответственно, все, что мы найдем и в него запихнем, надо его расширять, чтобы уместить всякие станки новые. Это нам говорит про обновление, что тут добавили, что не добавили, можно почитать. Вот так вот мы проснулись. У нас тут есть кошак, который бегает. Здесь ничего не работает, и вот у нас встречает вот это вот электронный этот самый. Вот видите, тут вот это SAIL нас приветствует. Корабль получил серьезные повреждения, бла-бла-бла. Свой корабль и обычный корабль. Создать сам свой корабль из множества доступных видов. То есть мы будем просто выбирать именно вид. У него свой вот этот сверхсветовой двигатель. То есть по квестам его, естественно, сделаем. И либо обычный, то есть оставить вот этот, но он, грубо говоря, у каждой расы свой, и улучшать уже его. Вот. Но, как я понял, из своих кораблей там больше плюшек, и плюс можно сразу выбрать тот, который нравится. А если делать обычный корабль, то как бы
Вот видите, он как космической твоей расы обычный. Нет, мы сделаем свой корабль. Здесь вот много всяких рас интересных. И сейчас мы посмотрим, какие из них какие. Вот есть Альянс. Мне нравится, кстати, у них корабль. Предпросмотр. Вот такой вот корабль. Достаточно такой большой. Потом есть роботы. Вот такой вот интересный кирпичик. Есть вот такой. Дальше вот такой. Вот такой он достаточно маленький. Птички. Апексы. Тоже неплохой кораблик. Неплохой. Гличей. Тоже роботы, да? Какой-то деревянный, конечно. Выглядит как деревянный. Вот, корабль людей. Вот. То есть, если это, грубо говоря, то же самое, что мы бы свой оставили, да? И вот он максимально, его вариант вот такой получается. Не совсем, правда, большой. Там есть большие какие-то. Я еще модификации на корабле ставил. Не знаю, насколько оно там будет работать. Во, интересный. Искусственный. Смотри, какой, какая птичка. Интересный корабль. Правда, вот это вот все место, получается, не задействовано, да? Новакиды. Тоже неплохой корабль. Протекторат. Большой корабль достаточно. Я бы, в принципе, может быть, его выбрал. Вот тут как раз двигатель вот этот стоит. Телепорт. Ты чё, какая-то фигня телепорталка? И получается раз, два, три. Четыре места, да? Скафы. Как электричка какая-то. Во, какая рыбка. Вот такой. Не, конечно, есть какие-то преимущества. Больше у них, вот, смотри, как у кружочек. Флораны. Кстати, тоже не маленький. Вот такой вот корабль. Неплохой. Мини-корабль какой-то. Прям совсем маленький. Обычный альтернативный корабль. Вот такой. И обычный корабль. Вот такой. Ржавый альтернативный. И ржавый обычный. Ой, слушайте, такой сложный выбор, конечно. Может быть, Альянс возьмем? Выберем его. Мы же его поменять не сможем, да, по-моему? Прям совсем не сможем. Вот вопрос-то в этом. Мы же его совсем не заменим потом. То есть это раз и навсегда, да? Какой бы выбрать корабль? А какой самый большой? Вот этот маленький совсем. Давайте считать по комнаткам хотя бы. Раз, два. Телепорт. Три, четыре. Ну, вот этот, кстати, не маленький. Здесь можно будет что-то поставить. Это апексы, да? Так, запомним его. Апексы, люди. Может быть, сразу люди. Ну, блин, мы в людях и живем в людях. Играем за людей. Мы играем за людей. Нет, совсем нет. Вот, давайте вот это выберем все. Вот это. Протекторат. Да? Оно же. За протекторат. Предпросмотр. Мне нравится вот этот вот вид. Вот так вот кирпич. Выбрать свой корабль, улучшенный по размеру. Этот тип кораблей имеет доступ к функциям, которые не имеют доступ к обычный корабль. То есть у него более функционал. Выбор корабль. Подтвердить. Все. Сейчас у нас тут подзагрузится. Ой, слушай, они четырнули прям. Тут он уже почти готовый. То есть, какой я, как я видел его, так он и есть, да? Ух ты, как интересно.
Персональный трикодер, да-да-да-да-да-да, левой кнопкой мыши. Так, стой, а где персональный трикодер? Слушай, а чё они не автоматически, а чё закрутилка-дробилка такая интересная? Так, вот эта штука сломана. А, вот он, персональный трикодер, давай сюда поставим. Трикодер исследования будет в своей важной части, вот это дерево исследований. Ага. Так, тут у нас есть квесты, обучение и исследовать систему, поэтому обязательно держите свой трикодер под рукой. Тарам-пам-пам, выбрать. И тут есть у нас квесты. Дробилки экстрактора. Так, это что у нас, награда? Легендарная, 5000 стоит пикселей. Ух, слушай, круто. Лабораторный халат. Сельское хозяйство. А, нет, награда 10. Это вот эта штука стоит 5000. Создать ручную дробилку на столе для обработки. Смыши исследовать в инженерии. А что еще есть? Летучий порошок. Стол с побегами. Добавь семена картофеля. Ну давай берем вот эти квесты, да? Принять. Тут же можно несколько взять. Принять. Да, можно взять. Это что такое? Яйцо куриное. Кремниевый рыцарь. Ручные дробилки. Так, попробуйте получить как минимум 50 песка. Песок в любом случае нам копать для стекла, поэтому тоже берем вот это. Там, глядишь, и квест сделаем. Так, что по своему кораблю? Ну, вот свой корабль надо чинить, иначе квест не возьмешь. Так, здесь у нас есть вот такая вот менюха. Где тут она? Вот это. Первый уровень у нас, вот он. Здесь уровни 300, да, я так понимаю? До уровня. До следующего уровня на 300 очков. Здесь можно выбрать и класс, специальность, и вот эти все скиллы качать и прочее, прочее. То есть вот здесь есть воин, визард, маг, ниндзя, солдер, какой-то рогу, то есть вот этот самый, как его, типа, убийца. И что это такое? Шарик воздушный. Кнайт. Кнайт и солдер. Чтобы знать, что за что отвечает. Это, я так понял, дальний бой. Автоматически всякие пушки. А это ближний бой. Ну, вначале мы в любом случае, наверное, будем в ближнем бою бегать, да? Мне так кажется. Вряд ли у нас винтовка сразу появится. Так, давай пока это оставим. Так. И вот нас просит вот сюда подойти. Новый квест. Сейчас мы на орбите, бла-бла-бла. Используйте. Так, принимаем. Здесь у нас есть все, что нам нужно. Типа есть баланс, где нам показывают, что у нас тут по деньгам 270. Тут эта штука, я так понял, просто накапливается. За нее можно исследования всякие покупать. Тут даже написано исследования. И тут еще всякая валюта там и прочее. Миссии. В настоящий момент нет миссий. Вторичных тоже нету миссий. Экипаж. Вы единственный член экипажа. Разное. И тут есть всякие панель ИИ. Создать. Тоже всякие штуки интересные. Это можно создавать. Тут надо еще разбираться и разбираться. Контента в игре очень много, ребят. Просто очень много. Можно даже питомца настроить. Вот у нас сейчас кошак бегает. Вот. Настройка питомца. Можно выбрать там кого угодно. Давай какой-нибудь, не знаю, выберем. Кролики тут есть, птички, собаки. Вот феникс пусть у нас бегает. Вот у нас сейчас, по идее, во, лиса у нас бегает. Отлично. Статус персонажа тут есть. Преимущество. Слабости нет, мы не слабые. Штурмовая винтовка. Да, и короткий меч. Можно либо брать воина, вот этого ближнего, ближнего востока, и либо на штурмовика идти. Тут в зависимости от того, что, наверное, мы выберем. Можно же его, по-моему, поменять, нет? Всякие тоже создания штук. Штук-дрюк.
Ну вот это я помню, шарики вот эти, можно в шарик превращаться и где-то прокатываться там. Это я помню. Есть мех, снаряжение меха, улучшения всякие разные. Это все выбивать, да? Кодексы. И GPS, это карта, да? Это корабль. Это я понял. Так, хорошо, что еще есть? Дерево исследований. Вот, у нас, видите, уже накапало 434. Здесь можно всякую всячину открывать. Вот, например, броня. Да? Чтобы открыть броню, можно вот прокачать. Найти косточки, 3 штуки. И потратить 100 вот этих исследований, валюты исследований, и открыть вот эти вот костяную броню, грубо говоря. Вот. Можно открыть вот это железо, да, а не янтарь. Янтарь. Тут есть еще слизь какая-то, капля слизи. В общем, здесь железо, да. Здесь все сразу открывается. Железо нужно, медь нужно и шкуру. И сразу откроется, смотри, какой большой, огромный список всего-всего-всего. Это у нас можно будет уже создать. То есть, грубо говоря, перед тем, как создать, нужно еще прокачать. А оно само копится, и плюс еще ресурсы какие-то тратятся. То есть пока что мы не сможем ничего, наверное, прокачать, да? Скорее всего, геология. Что тут у нас есть-то? А, вот, можно прокачать. Это у нас что? Биохимический стол. Кусок янтаря. Это у нас что за археология? Это у нас... Работа с кристаллами даст нам кристальная прялка. И кристальный верстак. Блин, сколько же тут всего, а? Кристальная печь. Чего тут только нет. Вот, печку нам надо открыть. А чтобы открыть нам печку и вот эту вот примитивную печь сделать, да? Нам нужно булыжник. То есть в любом случае нам нужно на поверхность. На поверхность. И там уже будет видно, куда чего. Так, а это у нас получается... Садимся, да, мы, навигация отключена, потому что у нас корабль, получается, еще не вот, вот он сломан, грубо говоря. Если в начале у вас, в принципе, сломан корабль, вы его потихонечку ремонтируете, то здесь у нас сломан вот этот вот, как его, в общем, какой-то двигатель вот этот. И плюс еще его заправить надо там и так далее. Так, а здесь я как вообще? Мне надо выпрыгнуть. Ой, слушайте, а я могу из космоса выйти прям, что ли? Это же у нас, по сути, шлюз. Да ты чё? Прикольно сделано. Я не знаю, насколько я там могу выпрыгнуть. Так, а это у нас... А, вот она, Mystic Books. То есть это можно по факту с собой носить и сразу активировать. И могу я сюда добавить? Нет. Возьмем с собой. Хотя, нафиг она нам надо. Мы, в принципе, вот здесь в менюхе можем открывать. Так, это оставим. Нам нужны вот сюда, я возьму факелы. Нам нужен фонарик. Здесь у нас есть щит. Так, это у нас одинарный, да? Это у нас одинарный меч. Что еще у нас есть? Ручной пистолет. А, вот винтовка у нас есть. Нет, это пистолет. Это пистолет. Два пистолета, что ли? Раз пистолет. Два пистолета. Ох, слушай, два пистолета. Ладно, постреляем и там, и там, и так, и так. Попробуем все подряд. Как играть? И как играть? Тут все пока показано, да, человечек? Блин, сколько же тут всего, кошмар. Ладно, все, погнали в этот самый. Ой, слушай, вот это все можно сломать. Это же ненужные, да, вещи, вот эти вот всякие. Кофеварка. Не, ну кофеварка, может, и важная. А вот эти всякие компьютеры и прочее, это, конечно, мы все сломаем. Погнали вниз. Высаживаемся. И попробуем что-нибудь найти. Там дерево, железо, медь и прочее. Вот тут зайчики всякие бегают. По стандарту давай, как в Террарии, дерево. Начнем с дерева. Нам надо много дерева, потому что нам надо много этого, факелов. Нам нужен тогда еще и уголь. Тын-тын-тын-тын-тын. Пока что дерево давай добывать. Вот. Меню крафта и прочее. Там все нам пишут. Кстати, я так и не понял, как нам плавать.
Напишите в комментариях, как плавать. Тут вот кости сразу найдем. Так, подобрали. Вот это вот нам тоже пригодится. Я, наверное, предлагаю сначала пробежаться просто по миру, а потом уже вниз лезть. То есть пока мы весь мир не оббежим, он тут круговой, то есть тут как в Террарии. Точнее, нет, здесь как раз не как в Террарии. В Террарии он кончается в одну сторону, здесь он наоборот круговой, то есть как планета. То есть получается, вы в одну сторону бежите и с другой стороны выбегаете. То есть если бежать в одну сторону, вы все равно вернетесь на то же место. Вот, поэтому... О, там как раз квест какие-то. Добро пожаловать в мою мобильную лабораторию. Ага, сейчас мы поговорим с ним обязательно. Сейчас мы тут вот наберем дерево. Так, привет. 20 железной руды нам даст. Так, привет. Я давно искал. Кроме этого слизняка. Если ты соберешь сбежать из этого мира, я, возможно, немного помогу. Скажи 5. Принеси мне 5 картофель. Теплица тебе в этом поможет. Так, мне нужно сделать 5 картофель. Давай. 5 картофель и теплица. Где бы ее бы добыть? О, как у 64 слота. Это, конечно, круто. Так, еще вот этот вот чупакабра тоже что-то хочет нам сказать. Да, отремонтируйте корабль, он хочет. Персональные трикоды, чтобы проводить исследования, я помогу. Ну все. Ага, он мне там что-то с навигационной системой сделал. С навигационной системой. Может, он и помог? Так, а вот это что за штучка? Ага, это маячок. А, это точно такой же, как у нас на базе, да, стоял? Новичок. Принять. Сверхсветовой двигатель сломан. А, подожди, это сверхсветовой двигатель вот это? А, это наоборот, он мне говорит. Похоже, я появился вовремя, твой световой двигатель сломан. Бла-бла-бла. Чтобы покинуть эту планету, тебе нужно будет починить свой корабль. Ну, это понятно. Как сделать печь, исследование, геология, чтобы создать одно. А, ну, я понял. Ну, короче, печку, и там все по порядку. Так, давай вниз сходим, что тут у нас внизу находится. Может, что-то есть? Есть что стыбзить, на толчке у вас посижу. Почему бы тебе не взять эту запасную кирку? Бла-бла-бла-бла-бла, инструмент. А где кирка? Где ты мне даешь кирку? Может, вот здесь? В ящичках. В ящичках нету кирки. Запасную кирку. Так, он что-то продает. А, вот, он мне сам дал кирку. А куда я ее могу заткнуть? Ну ладно, давай сюда вставим. Он мне дал кирочку. Так, давай еще походим, может, он еще что-нибудь скажет. Потому что он что-то сам активируется как-то странным образом. Во, у нас есть кирочка. Она вроде как больше по объему копает, чем манипулятор. Потому что манипулятор, он копает по одной штучке. А, слушай, я могу... Ну, нормально. Она, по-моему, портится. Да, она портится. По-моему, она быстрее работает. Давай пока что копаем вот так. Тыц-тыц, тут вообще топор нужен, ну ладно. Изучен крафт, что-то там. Слушай, классно. Пока что деревом сейчас запасемся. А, и нам нужен кирпич, да? Нам нужен кирпич. Там для какого-то... Во, он, слушай, а кирка реально круто копает. Так, я заметил, что ты обнаружил несколько семян. Предлагаю посадить их. Так, давай посадим, чего бы нет. Где семянки? Вот это что ли?
А он говорит на высохшую почву. Это высохшая, это не высохшая. Это не та почва. Во, вот это посадил. Сейчас потихонечку тут все выкопаем. Не будем торопиться, ребят, будем долго проходить. Если будете смотреть, будем играть, ребят, сразу говорю. Если никто смотреть не будет, то это будет пилотный выпуск и все. Поэтому давайте так определимся. Либо вы смотрите, и мы играем. Либо мы играем во что-то другое. Но так как это космическая тематика, я думаю, что должно быть интересно. Ну, по крайней мере, мне эта игра интересна, она прикольная. Да, она может быть мультяшная, но она прикольная. Так, давай возьмем кукурузки. О, слушай, тут всякую гадость можно собирать. Так, я бы забрал с собой вот это вот еще. Все эти спальники. Причем он там какой-то дикобраз идет. Опасный тип, кстати. Он размножается и может дать люлей. Так, во, кстати, киркой мне нравится работать. Достаточно большой объем она выкапывает. Сразу можно два. Так, он явно хочет на нас напасть. А может, мы в него постреляем? Слушай, он какой-то бронированный. На, получи, козел. Получай. Он бронированный. Слушай, он агрессор. Получи по голове. Ну что-то мне пушка не особо-то нравится. Ой, слушай, еще какая птичка прилетела. Хотя, в принципе, издалека нормально их так бомбить-то. В принципе, нормально. Ночь наступает. Так, все, я вроде их всех разбомбил. А что-то с них вообще ничего не выпало, кстати. А, нет, что-то выпало. Ой, слушай, тут еще много всяких этих. Так, а если я мечом буду махать? Ну-ка. А ну-ка, пошел отсюда. Давай, у меня щит. Ой, слушай, щитом, конечно, я долго буду так махать. Ну, слушай, огнестрел, кстати, нормально. Давай, выходи. Тихо-тихо-тихо. Вот он шустрый, кстати. Достаточно шустрый. Так, все, он размножился. Он состоял из трех штучек. Давай. Стреляет как винтовка, кстати, получается. Вот этот второй пекарь более мощный, что ли? Один более быстрый, второй более мощный. Ну-ка, мечом. Ну, слушай, я, конечно, мало ее коцаю, его вообще прям практически не коцаю. Прям какой-то... А ну, вроде шмакодявка такая маленькая, а я его еле бью, да? То есть еле-еле. Не, воинам мне вообще не нравится. Прям совсем. Совсем как-то тухло. Давай пока тут это... Ночь, забежим сюда, здесь все как-то свежо и уютно. Вот здесь можно восстановиться, хпшечку. Какая-то криокапсула. Криокапсула.
Нормально. А, он и спит, и восстанавливается, да? То есть это получается и как криокапсула, и как кровать. Нормально. Так, нам там просили что-то посадить, а мы пока что ничего. А, слушай, это не грядки вот у него вот эти вот это, или что-то лестница такая валяется. А, он нам просит создать печь. Слушай, печку создать, говорит. Ну и тогда уже, наверное, на корабле, да? Создадим мы печку-то. Печку-то лучше на корабле создать, чтобы у нас она тут была. Так, а, вот у нас есть кровать. Вот, да? У нас двухъярусная, да? Наверх могу? А наверх? Я хочу наверх, подожди. Ну, ёпарасоты, это ну, одна такая, наверное, только кровать. Так, давай лишнее уберем отсюда. Если левой кнопкой мыши, то получается убирает именно вот это, а правой кнопкой мыши стенку убирает. Но если я сейчас ее разберу, то она у нас будет корабль не герметичный, поэтому как бы это опасно, так и что за пипка. Тоже выкину. Так, хорошо. И, наверное, для удобства вот эти двери тоже скрутим. Вот так вот будет у нас. Это первое. А, слушай, у нас вот эта крутилка крутилась или нет? По-моему, закрутилась. По-моему, она у нас не крутилась, ребят. Я вот не помню. Она у нас точно крутилась? По ощущению. Так, вот это не хочу, чтобы тут какой-то флаг был. Двери мы пока спили. Мы сейчас все равно будем переделать. Он же у нас корабль, это не конечный вариант, он же еще больше будет. Так, вот это тоже нам не нужно. Что за штучка? Не надо. Все, остальное у нас тут все остается, потому что это, кстати, тоже так достаточно интересно. Это получается одно кресло, да, тут работает, а это у нас чисто декор, да? Это что у нас декор? Кресло можно вообще подальше подвинуть, наверное. Так, хорошо. Да, это какой-то отдельная штуковина. Так, так, так. Семена кукурузы. А, у нас нету картошки еще. Подожди, картошку-то надо найти. Так, нам надо поставить печку. Давай тогда зайдем в исследование. Где тут у нас? Здесь же, да? Нет, не здесь. Это у нас. А, ну тогда, раз мы зашли уже сюда. Давай тогда будем воином пистолетчик-пулеметчик. Я буду вот таким играть. Пик. Подожди, а я могу поменять тогл? Он актив. Левел 12. На 12 уровне нам пушку дадут, да? Тогл. Типа эффекты все пропадут, да? Типа бла-бла-бла, левел, класс. Ага, вот я тут типа сменил, да? То есть, в принципе, можно будет поменять с какими-то там ограничениями, если что. Ну, окей. Актив, инактив. Border light. А, это не та измена. Не та измена. Менять получается. Вот здесь можно. Ага. Инактив. Блин. Вроде переводчик ставил, все на русском, все, ой, все на английском все равно. Непонятно вообще. Где чего как. Пусть будет актив, я не знаю, вроде как активирован. Это у нас что? На четвертом уровне какую-то штуку дают. Еще всякие штуки. Ладно, все, поиграем, посмотрим. Я ни разу не играл в этом моде, поэтому все в первый раз. Все в первый раз у нас, ребята. Так, я что хотел там? Я хотел исследование. Исследование. И геологию нам сказали выучить, печку выучить, да?
Вот мы камень добыли, геологию выучили. Вон, смотри, сколько крафта открылось. Стекло, булава, булыжник, летающий порошок, еще там всякая фигня. А, ну вот, в принципе, вот это вот все. И нам надо печку поставить, нас просят, да? А, найди источник энергии в пещере, еще нам надо найти. Но нам надо печку открыть, и нам надо печку поставить. А раз мы ее нашли, нам надо ее теперь скрафтить. Так, костер, факел, доски и печка. Ты как делаешься? Печка, ты где? Печка, ты где? А чё, отвертка? Прикольно. Так, подожди, а где печка? Я же открыл печь. Строительный стол. А, доски 12. Там, наверное, сначала строительный стол надо поставить. 12 досок нужно. Давай тогда сделаем доски. Где там у нас доски? Доски. По 5 он делает, да? Раз, два, три, четыре. Базовое оружие, примитивное копье, луки, бла-бла-бла, та-та-та-та-та. Так, это я стол изобретателя делаю, да? Ну давай, создаем. А он, наверное, уже нам печку сделает. Так, стол изобретателя. Куда бы мы его поставили? Давай, чтобы экономить место, вот сюда поставим. Во, вот так вот. Да, у нас есть печка, и нам нужно что? Нам нужна грязь. 4 штуки. Пойдем найдем грязь. Уж грязь-то мы найдем. Грязь-то это я найду. Вот, видите, у нас открылся вот этот вот научный ванпост, от которого мы нашли, и еще какой-то вот у нас найден. То есть у нас нашлись данные. А, точно, одни координаты он нам дал, это как раз аванпост, это который большой такой центральный, помните, когда раньше мы на этом, ну, если начать сразу его, там он то ли на Луне был, то ли еще где-то вот этот аванпост появлялся. То есть надо было найти эту такую панель приборную и активировать, и тогда на аванпост вы как бы телепортировались. Так, вот какой-то грибок на нас летит. Надеюсь, ты не активный. Так, выкопаем всю вот эту гадость. Слушайте, мне нравится кирка. Я могу сам создавать кирки? Я хочу киркой рубить. Рубить киркой. Так, давай, наверное, сделаем факела. Сколько могу сделать? 14, давай. Так, и нам надо найти грязь где-то. Сейчас еще чуть-чуть дерева. Так как мы факел сделали, у нас дерево немного кончилось. Так, во, вот она грязь. О, слушай, какой ты вообще майнинг. Слушай, вообще огонь. Террарию бы, тебе завидуют, террария нервно курит, как я копаю. Там копаешь ты, наверное, только с золотой киркой. Так, так, все, я вроде как дофигища накопал. А еще, знаете, мне что нужно? Мне бы еще кубики бы куда-нибудь вот сюда поставить. Так, вон там какой-то этот к нам бежит, не бежит. Так, вот это вот, вот сюда вот так поставить. А, слушай, он на 2 кубика. Ой, какой плохой, на 2 кубика. Ну ладно. Умер. Так, пойдем еще что-нибудь пробежимся, найдем, может, в этой стороне. Ой, что это такое? Что за птичка? Что за дракарис? Ого.
Вот как бы я сейчас его бы этим самым бил бы топором. Не-не-не, только оружие. Дальний бой forever. Так, под землю мы потом сходим с ребят. Ёпарас, это что за пони? Я надеюсь, картошку найду. Во, я нашел какую-то эту пещеру. Странное силовое поле мешает тебе войти в пещеру. Может быть, у кого-нибудь есть в этом мире ключ? Кто бы знал. Во, там внизу еще штука. Так, вот это мы заберем, потому что нам вроде на печку нужен костер. Так, ну-ка пойдем сюда. Так, мне нужен... Да уйди ты. Вот так вот. Во, нормально тут копается. Копается прям вообще грязюка. Грязюк копается. Так, здесь у нас что? Вот это нам еще нужная штука. Как-нибудь так его закрыть тут, чтобы не мешался. Так, обратно возвращаемся. Мы грязь нашли, мы можем делать печку. Сейчас сделаем печку. Печка, печка. Куда мы без печки-то, да? Вроде космический корабль у нас есть, но мы не можем ничего делать без печки. Задание, интересно, выполнится. Я печку создал там, типа. Во, что-то там обновилось. Касательно первого шага использовать свою печь, чтобы руду, да, фермерский стол. Затем исследуй и создай фермерский стол. Сельское хозяйство. Так, так, фермерский стол. Так, нам нужна печка. Это что такое, кстати? Платформа. Печка. Поставлю сюда. Чтоб все рядышком было. Ага, тут руда, бумага, бутылки, стекло. А, он фермерский стол мне сказал, да? Но руды у нас нет, поэтому плавить нечего. Давай исследуем фермерский стол, пойдем, чтобы фермерство сделать и картошку ему отдать. Так, исследование. Это у нас где? Вот здесь фермерство, нет? Кулинарное искусство. Нет, это не то. Так, сельское хозяйство, наверное, во. Сельское хозяйство. Фермерский стол. Нам нужна земля. Земля есть, вроде. Булыжник. Доски. У нас доски, по-моему, закончились, да? А чего у нас не хватает? Хоть бы писалось, чего у нас не хватает. Но исследовать я не могу. Так, давай смотрим. Земля, булыжник, доски. По-моему, у меня досок нет. Потому что доски я делал, они все ушли. Да, точно, у нас не хватало досок. Исследуем фермерский стол, как и хотят. Вон сколько сразу крафта открылся. Вон, кстати, кирки. Ваши любимые. Слушай, ну я... А, это лук. Я думал, кирка. Вот, снайперские винтовки всякие. Тут у нас ловушка для крыс. Интересная штука. Всякие ловушки, фигушки. Валун. Винтовка — это круто. И лук. Лук для охоты, чтобы мясо падало. И деревянный арбалет. Это у нас что? Фермерство. А фермерство, по-моему, он мне тоже сказал сделать, да? А здесь у нас что такое?
лазерный сборщик, сбор урожая, растительный лоток. Из чего ты делаешься? Земля и вода требуются. Ту-ту-ру-ту-ту. Пчеловодство. Блин, сколько ж тут всего? Животноводство, пчеловодство. Стол для обработки. Сбор. Выживание. Во, слушай, вот это надо штуку сделать. Шахтерскую каску откроет. Фонарь. Без вот этой вот палочки с фонариком, блин, вообще сначала трудно. Потому что нифига не видно. Ледоруб. Фонарики. Ну, вроде вот это не надо, но вот этот вот. Вот эту штуку я помню, да, с вот этой бегал. Странно, конечно, смотрится. Это здесь рыбалка тоже есть. Блин, это террария, только про космос. Террария про космос. Так, а нам все равно говорят в пещеру, да? А подожди, я могу квесты посмотреть, что у меня за квесты? Так, это у нас что? Отремонтируйте корабль, персональный этот самый. Отремонтируйте корабль. Так, побегами. Семена картофеля нам надо. Ты сделал стол с побегами. Стол с побегами нам нужен. И 5 картошек. Пять картошек, стол с побегами. Основное у нас, короче, исследовать планету и ремонт корабля. И вот эти вот мы сейчас сделаем. Так, нам нужно что у нас тут зависло-то? Картошку нам надо, да? А стол с побегами это у нас где? Такой стол. А, вот, фермерский стол, все правильно. Он у нас сам открылся, получается. А, точнее, я его скачал, да? Скачал, прокачал. Давай, ставим стол с фермерский стол, и там, возможно, этот с побегами сделаем. Во, у нас, видите, задание сразу там что-то подпрыгнуло. Этот стол поможет тебе для выживания и земледения. Ну, у нас, правда, нет голода, но неважно, мы готовимся к тому, что будет голод. Ты должен заказать стол для обработки. Да, вот как раз он и есть. Дерево инженерии. Как создать стол для обработки, нужно в инженерии. То есть он нас потихонечку ведет. Ведет ко всему. Так, это у нас еще один столик. И его куда-нибудь сейчас воткнем. Вот сюда, наверное. Так, что ты там нам даешь? Мотыга. Это грядки, да, тоже, чтобы делать бутылку с водой. Бочка, точнее, с водой. Деревянная лейка, колодец. Это для, чтобы воду вытаскивать, пугало. Ну, это огород, если делать. Охотничье копье это кидать в этим, добивать, чтобы у нас мясо выпадало. Еще какие-то штуки. Ну, вроде нам вот это не особо полезно, но для квестов вроде надо. Вроде для квестов вроде надо. Тогда вот что там еще у нас такое по исследованиям. Он сказал, нужно инженерию. Инженерия. У нас откроет стол для обработки. Слушай, сколько тут всего. Лабораторные штуки. А, ну все, у нас все уперлось, в общем, в слитки. В любом случае, чтобы делать оружие, нужны слитки. Чтобы делать броню, нужны слитки. И всякие дальше столы и прочее, нужны тоже слитки. Поэтому мы сейчас отправимся на поверхность, пробежим полностью планету, чтобы ее как бы полностью прокрутить. А потом, после этого, ну, когда узнаем, что там уже нечего искать, просто, может быть, там какие-то сундучки найдем. Потом отправимся в подземелье, там тоже будем искать сундучки и всякие руду копать, в общем. Вот. Если понравилось, пиши, комментируй, ставь лайки, подписывайся на канал, будем продолжать играть. Если будете смотреть, не будете смотреть, не будем продолжать играть. Вот, так что это пилотная версия, посмотрим, как она пойдет. Всего до новых встреч, пока-пока.